Добрый день, друзья! С вами Квестоник, и мы с вами играем в Bus Simulation. Так, вот здесь мы будем водить... Ой, застрял что-то. Здесь мы будем с вами водить вот такой вот автобус. Он как-то из двух частей состоит. Это городской такой транспорт. Так, и... Блин, как бы вывернуть. Так, ага, все, вышел. Нашел я выезд, и нам надо... в обратную сторону ехать. Ну вот, поехали сюда, как нам указывает стрелка. Так, и что у нас тут? Ой, какой-то, не знаю, как-то что-то трудно управлять. Он так не выравнивается, а становится таким кривым, как этот. Надо постоянно подрубивать. Так, и куда же нам ехать? Итак, у нас тут еще и на время. Так, что у нас по камерам? Есть вот такая вот из кабины. Ну, тоже так как-то не очень выглядит. Не знаю. Не нравится мне пока. Так, и все. В принципе, надо еще проверить задний ход. Может быть, автобус, камера повернется, мы его спереди увидим. Еще далеко куда ехать-то? Все время прямо. Ну, понятно, там уже некуда ехать, поэтому... В любом случае направо нам надо. Так. И вот наша остановка. Это... Ой, тихо. Так, ну вот зашли пассажиры. Медленно заходят. Так, он как-то сам поехал. И... Так, хоть бы успеть, тут осталось меньше минуты. И куда нам надо? Сейчас узнаем. Так. Ну, сюда, походу, если верить указателю. Так, и... Так, ну, времени проверить заднюю камеру у нас пока нет. С ней переднюю. Потому что я и так, походу, не особо успеваю. Так, зато автобус такой резвый, легковушки он обгоняет. Так, куда ж ты едешь сам? Нет, походу не успею, даже близко не наблюдаю, где наш этот, где наша остановка. Ну ладно. Так, это у нас следующее задание, тоже мы в каком-то другом месте. Тот же самый автобус. Так, это уже такой не, явно не город, что-то другое, какой-то поселок, не знаю. Давайте сейчас проверим, пока есть время. О, да, камера есть, которая назад поворачивается. Если сдавать назад, ну теперь поехали. Тут я тоже вряд ли успею, потом... Ага, тут близко остановочка. Сейчас мы всех заберем. Так... Давай, открывайся. И заходит. Как-то так неудобно. С другой стороны вообще заходит. Странно. Так, ну что, поехали. Вот тут нам указывают не только стрелка, а вот еще на дороге. Куда она машина там уехала. Вовнутрь. Так, ладно. Тут мы поднялись на какую-то... Что-то типа моста. Не мост. Так, ну, сейчас вроде бы времени достаточно, я не знаю, должен успевать. Надо торопиться. Так, повернули сюда, сразу меняем камеру, потому что вот тут как-то не люблю поворачивать на этом автобусе. Ага, вот и наша остановочка, как-то близко, ну зато задание выполним. Так, и мы на месте. Так, готово. Как-то опускается, когда останавливается подвеска. Так, ну что, поехали дальше. Так, снова нас тут больше автобусы не дают. Один на одном желтом катаемся, и все. Ну ладно.
Так, что у нас там, где мало как-то времени, мне кажется, дают именно вот для такой игры. Не знаю, мне кажется, хотя бы 3 минуты бы давали, было бы нормально. 2 минуты, там, с копейками. Как-то маловато. Так, вот наша остановка. Сейчас вот эти опять присел. Опустилась подвеска. Чтобы удобнее было заходить. Так, и поехали. У нас почти 2 минуты на то, чтобы доехать до остановки. Так, вот он как-то не выравнивается, когда поворачиваешь, надо нам постоянно его самому выравнивать. Так. Надо поторопиться. Так, тут. А, и вот наша остановка. Вот сейчас как-то быстро приехали стоять. Раз на раз не рассчитаешь, как бы ускоряться или замедляться. Заходит. А, это только еще одна остановка. Это еще не конец. Я понял, поэтому. Так, ну вот снова едем. Так, тут, блин, снова 2 минуты нам дают. Так. Сейчас в забор влечу, как. Ой, блин, чуть остановку не проехал. Жесть. Да, вождение, конечно, на нем надо будет потренироваться. Вот так, есть. Поехали дальше. Там только, правда, мы пассажиры вышли, но кто не заходил, странно. Так, здесь по прямой практически. И куча времени еще, мне так кажется. Я просто не знаю, где остановка. Так, что-то, мне кажется, я по встречке еду. У меня тут везде все в одну сторону едут. Вообще движение. Так. Так, где же остановка? Вот, по-моему, вижу. Еще целая минута. Такая, тихо. Можно даже рассмотреть автобус. Времени хватит. Так, ну все, хватит назад теперь. С чистой совестью можно заезжать на остановку, даже не знаю, какая-то стоянка, ну, какой-то автобус, наверное, депо или что-то. И вот, приехали. Так, блин, вот бы для разнообразия другой автобус дали. То есть все на одном желтом ездим. О, здесь уже почти 3 минуты нам дали. Хотя остановка тут близко. Так, ну вот. Подъезжаем потихоньку. И стоять. Все снова опустится. Вот как оно. Прикольный автобус. Так, блин, у меня там кто-то опять ремонт делает, так что извиняюсь сразу. Чуть-чуть будет шуметь. Так, ага, нам сюда. Блин, тут, конечно, мешает. Машина нам. Медленно как-то они тут ездят. Ну, поехали. Вот там еще какие-то автобусы стоят разные. Так. Нам здесь сюда. Так, я даже что, все, остановка, что ли? Что-то как-то слишком быстро. Так, а ну давайте-ка назад. Или это еще не вся остановка? Мне кажется, это еще не все. Так, стоять. И
Это, наверное, да, это все. Так, подъезжаем спокойно и сейчас будем разгружаться. Ну все, с вами был Квестоник. И всем пока.